Некогда и некому быть не собой. Ни я не живет, ни я выживает, ни я не выживет, ни я не видит, не чувствует, не мыслит, не понимает, не исследует. Ни я неразумна, невнимательна, невосприимчива. В ни я не расцветает осознанность. Ни я — это адаптация, это компромисс, это неправда, это желание усидеть на всех стульях. Не я — это не природное чувствующее, а стратегическая избирательность из «потому что». Не я — это отсутствие ясного видения, невозможность видеть жизнь, невозможность не придумывать жизнь. Не я — это память, это шаблоны, это защита и нападение, это отсутствие духа. Не я — это отстаивание призмы восприятия, случившийся из фрагментов опыта. Не я. Невозможность исследовать основания своего видения. Кто так смотрит и почему? Не я — это торговля. Это напряжение и хронический стресс от самого себя. Хронический стресс в поддержании образа, защита образа. Хронический стресс в страхе того, что этот образ будет разрушен. Не я, не творческое и не созидательное, не потоковое, не живое, не любящее. Не я — это слепота, жажда доминирования, самоутверждение за счет чего-то, через что-то и кого-то. Не я хочет залезть в свои мечты выше и выше, больше взять, громче звучать, ярче выглядеть, больше иметь. Думаю, что именно это даст удовлетворение. Не я хочет иметь других для себя, для своих желаний, для своих игр. Не я — это страх быть тем, что ты есть по природе, постоянно делающий что-то для того, чтобы быть кем-то, а не расслабиться в себе и отпустить контроль. Не я — это ощущение своей некрасоты в том, что есть. Чувство неполноценности, ощущение недостаточности или излишества. Не я — это смещенный фокус на авторитеты, мнения, концепции, ожидания, проекции. Не я — это ощущение неуместности и неправильности и множество действий для того,
чтобы это компенсировать. Не я — это постоянная активность для того, чтобы кем-то стать, что-то сделать, чтобы самоподтвердиться в своих глазах и глазах иных лиц. Не я — это желание зафиксировать все, установить, определить, сделать понятным и прогнозируемым. Не я. Страх не состояться, не быть признанным, не стать героем, самым первым, и одновременно страх быть первым. Не я — это страх быть одному. Это жизнь из ощущения отделенности, покинутости, ненужности. Не я — это постоянное внимание не в том, что есть. Это невозможность видеть то, что есть, как единственное реальное и правильное. Не я. Это постоянная интерпретация, оценка, суждения и выводы. Самооценка через оценку своих проявлений и действия на оценку. Не я — это невозможность быть в диалоге. Это глухота и неспособность циркуляции. Не я — это страх того, что кинут, заберут, обманут. Не я — это проминаемость, нецентрированность, неприятие, несмиренность. Не я — это пьянство самоутверждения, одобрения, костыли и гнилых подпорок через все внешнее. Не я — пространство жизни желаний и мечт из коллективного поля. Не я можно просчитать, предугадать. Она работает по шаблону, имеет цель, двойное дно. Играет для своей цели. Не я мнит себя творцом жизни, отделяя себя от жизни. И тем самым лишает себя истинного творения жизни. Не я. Это мысль, быстро становящаяся чувством, которое захватывает любую возможность действительно чувствовать. Не я — это случившаяся точка зрения, которая может иметь тебя. Не я. Это несоединенность внимания с тем фокусом восприятия, что этот фильм показываем сами себе. Не я. Это нежелание и невозможность видеть то, что есть. Это внимание всегда в чем-то другом и не здесь. Не я. Это страх реальности. Страх того, что есть. В событийности, чувствах, во всем. Не я.
феномен искаженной психической реальности, совокупность игр, играющая в людей, которые не знают себя. Не я. Это нежелание обнаруживать то, что обнаруживается. И желание обнаруживать только конкретно желаемое им. Не я — это постоянное ощущение не то и не так. Не там и не с теми. Нетерпимость к скорости и качеству фильма. Не я. Это ощущение, что можно чего-то не успеть и что чего-то не хватит. Ведь если ничего не придумывать, обнаруживается, что тот, кто думает, что рулит процессом, — иллюзия. Не я. Зыбкость. Вынужденная постоянно делать что-то, чтобы подтвердить свою реальность.